Всем хрю, с вами Бига Хрю. Всем добра, с вами Добрый, и сегодня, ребяточки, мы продолжаем наше выживание среди множества куриц. Итак, Добрый, с чего мы постоянно начинаем такие ролики? Я считаю, что надо потереться немножко об кактус. Вообще-то с молитвы, Добрый, вот наш тотем, давай читаем молитву. А может ты будешь читать? Не, давай ты, Добрый, в следующий раз. Давай на суефа. У тебя что? У меня камень. У меня тоже. Блин, ничья, ладно, давай еще раз. Давай. Суефа, у меня палка. Палка тоже. Да блин, да что такое? Ой, суефа, опа. У меня билетик. У меня лопата. Ладно, ты победил. Все, читай. О, великий наш тотем, мы пришли к тебе молиться, чтоб мудростью твоей обучиться, что приходила к нам удача, мы читаем вам молитву, чтобы ты не разозлился, что подарил нас семенами и новыми яйцами. Чтобы куриц мы разводили, чтоб предметы получили, чтоб острова мы находили и куриц новых открывали. Чтоб монстры к нам не подходили, мы смотря тебе в глаза, просим доброго почтения до хорошего настроения. Чтоб лысплы прошел отлично и принесли его прилично, чтоб подписок было много, да и лайков не жалели, и видео все посмотрели, да и комментарии писали. И друзей своих все приглашали. Молим, исполни это все. Аминь. Думаю, что такая молитва-то большая, господи. Спасибо, Дмитрий Трушин, что за такую молитву классную придумал. Все, господи, пока. Это лучше. Это просто была лучшая молитва из всех летсплеев. Большое спасибо, ребята. Чтобы мы прочитали вашу молитву, вы должны написать ее в комментарии под этим роликом. И в следующем ролике, если мы ее выберем, то мы ее прочитаем. Старайтесь, чтобы она была очень-очень крутой. Итак, на чем же мы остановились? В прошлой серии мы посадили очень много пшеницы, и она уже выросла. Ну вообще, ребята, если вы хотите узнать, что было в прошлой серии, то посмотрите прошлую серию-то. Да, обязательно. Потом смотрите эту. Итак, мы остановились вот на таком вот курятнике. Так, тихо, аккуратнее, надо ее спасти. У тебя есть сачок? Да, сачком же можно тоже точно. Эк, ну-ка, опа! Это хорош. Было опасно. Так, ну, допустим, это будет наша новая курица. Я не знаю, конечно, что это за курица. И можно ли с ней кого-то скрестить, но пусть будет. Это курица какая-то, морячок. Так, давай соберем всю пшеницу и посадим новую, чтобы она скорее вырастала. Так, у тебя, кстати, мотыга есть. Давай все засадим. У меня мотыга почти, сдохла. Ну вот, не знаю, насколько ее хватит. У меня осталось 8 семечек. Это печально. Ну ладно, пусть растет дальше. Надо эти семечки потратить на размножение курочек. Итак, каких куриц мы хотим сначала вырастить? Это тяжелый вопрос, кабанчик. Слушай, последнюю мы вроде бы открыли деревянную, так что надо деревянную с кем-то, наверное, скрещивать. Может быть, с кожаной? Давай попробуем, почему бы и нет. Так, вот деревянная, вот кожаная. Не хочет. А если камень? Не хочет. А если скелет? Не хочет. Песок. Так, тихо, вроде пошла к кому-то, пошла, или нет? А почему если ты не хочет, господи? Этой, блин, это уже было, стойте, ребята, стойте! Блин, это было. Я не знаю. О, шерсть и кожа, скелет. Это уже было все. Короче, у нас это уже все было. Кожаная и скелет. Это уже все было. Капец, а как нам вообще новых-то сделать? Я не знаю, вроде скрестить. Мы вроде накормили всех, которые у нас есть, но получились все те же, которые у нас уже были. Как нам вообще новую открыть? Блин, вообще что ли ни с кем деревянно не хочет? Черт, ну что это за фигня? Стой! Это что за яйцо? О! Откуда у тебя? Еще не знаю. О, так классно, мы получили новую курицу. Так а что, было что ли что-то между ними? Ну, видимо, да, видимо, кто-то с кем-то все-таки пошоркался. А кто с кем, я так и не понял, откуда у меня вообще яйцо. Я не знаю, кабанчик, ладно, не суть важно. Мне кажется, это какая-нибудь каменная с песочной или песочная с другой песочной. Ну, дерево тут не пахнет, потому что это, по-моему, какой-то... Так, я надеюсь, с нового яйца все будет нормально. Так, а вот это нам для тотема. Опа! Теперь у нашего петушка есть гребешок? Ну да, получается так. Так, и у меня, кстати, теперь много перьев. А, нет, не так уж и много. Новую броню я не могу себе сделать, так что пока что я еще не полностью петух. Так, ну что, ты будешь вырастать, нет, будешь? Так, давай, кабанчик, сторожи ее. Главное, чтобы она сейчас получилась. Добрый, нам, кстати, нужна еще одна шерсть, и мы сможем сделать две кровати и спокойно поспать, потому что сейчас будет ночь, и на нас точно нападут. Ну, это, в принципе, верно. Кстати, кабанчик, ты не знаешь, что это случайно такое? Что? Вон там. Это что? Это лаки-блоки, подожди. Получается, это лаки-блоки.
Надо туда срочно смотаться. Но для начала, наверное, пойти все-таки на тот остров. У нас, блин, столько блоков нет. О, кстати. Если пойти на тот остров и выкопать все деревья, то у нас, наверное, хватит блоков докопаться до лаки блоков. Да, поэтому какая у нас сейчас миссия, Кованчик? Мы ползем на тот остров и ждем, когда вылупится вот это яйцо. Все правильно. Кстати, у нас там генератор булыжника вроде был, да? Да, у меня стак булыжника есть. О, так отлично, погнали быстрее на остров. Вот, держи булыжник, копай. Сейчас еще немножко тебе песчаника дам. Вот, Ань, держи. Все. Так, спасибо, пожалуй, сделаю полублоки. Чего оно так долго созревать? Я не понимаю. Лампы ты вообще светишь? Нет, пшеница еще еле растет. Капец, добрый. Это так долго ждать эту пшеницу. Вот вроде только посадили, собрали. А осталось всего лишь 8 зернышек. И то не всю грядку засадили. А, кстати, там какая-то аномалия снизу. О, 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 курица, 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 курица. Аккуратнее, аккуратнее. Ловить, 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 ловить. Добрый, 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 надо этот. А так у меня нету. Кстати, чувак. У меня нету, господи. Так я не взять очком на маленького. У меня есть семена свеклы. Так, давай, давай, курочка, давай, 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 давай. Любишь свеклу? Ну-ка, иди сюда, свеклу кушать. Слушай, она вроде не очень любит свеклу. Не-не-не, любит, нормально, нормально, сейчас запрыгнет. Сейчас ее немножко подтолкну. Немножко. Она сама должна захотеть. Отойди подальше. Давай, чё? Тихо-тихо-тихо-тихо. Добрый, добрый, добрый. Она петляет. Так, аккуратно. Заберись на забор. На забор заберись вот так. Давай-давай, курочка. Ну чё, проблем-то? Сейчас-сейчас-сейчас. Дай-дай, ступенечку, да, отлично, да. Курочка, ты как там? Нормально всё с головой? Отойди ещё подальше, чё-то она не хочет. Она на тебя смотрит вообще. А у меня нет зёрнышка, чё она на меня смотрит? Ну да, немножко похож на петуха, ну и что? Давай-давай-давай. Добрый, мне кажется, мы полролика будем курицу засовывать. Так, давай её просто вырастим семенами свёклы тогда. О, давай-давай-давай-давай-давай. Блин. Все, красава, отлично. Это было потненько, потненько. Так, хорошо. Все, погнали. Красава. Добрый, кстати, а ты вообще не знаешь, зачем нам эти токены? Вот эта скорлупа яичная. О, палочка. Слушай, я, если честно, вообще не помню. Вот я что-то тоже вообще не помню, но могу зато сейчас пшеничку вырастить. Оп. Хорош. Так, собираем, сажаем. Добрый, у меня есть еще немножко 4 зернышка. Как думаешь, кого мы можем скрестить? Вроде никого больше. Ждем, когда вырастет вот эта курица, да? Ну да, получается, надо ждать. Кстати, так, неплохую ступеньку ты сделал. Очень да, удобно. Хорошую. Да все, все, давай уже просто вперед. Опа! Отлично. Итак, что на этом острове у нас есть? Опа. Сундук. Сундук есть? Я, да, отлично. Это топор. О, свинья. Или что это? Воркшоп. Ладно, стрелы, ягоды, это все возьмем, арбалет тоже. Так, и верстак. Кстати, есть кровать. Тоже возьмем. О, замечательно вообще, хорошо затарились. Так, теперь нам осталось вырубить все эти деревья. Начинаем. О, какой быстрый топор. Это золотой. Сейчас, сломался. Ну, это золотой. Так, у меня, кстати, есть еще одно яйцо. Скелетной курицы. Ой, добрый, добрый, там паук, там крипер в загоне. Где, где, реально, в нашем? Сейчас, подожди. Черт, кабанчик. Что с пауком-то делать? Он там просто сидит. Я не знаю. Он там просто сидит. Он курицу вроде не трогает, да? Он мирный, да? Он же мирный. Он мирный, да? Нет, я не понимаю. А если его ударить топором? Ой! Я подожди, я дорубаю дерево, кабанчик. Как же страшно. Так, добрый, нам надо скорее спать. Давай возвращайся, у меня кровать есть, я сейчас еще одну сделаю. Сейчас бегу, бегу, бегу. Ладно, пофиг на дерево, бегу. Ползу. Еды нету, ползу. Давай быстрее, добрый, господи. Ползу. Ну дай немножко хлеба. Спасибо. Добрый, ты что не спишь? Я вижу, ты не спишь. Добрый. Да подожди, не могу спать. Да что такое? У тебя бессонница, добрый. Я, ну давай, ложись уже. Сейчас, подожди, надо покушать. Иди, тотем, поцелуй и ложись спать. Доброе утречко. Так, ну что там, курочки выросли вообще? Нет. Не, нифига. Да, ёшкин матрёшкин. Так, ладно. Здесь, значит, все растет. Растет очень медленно. Капец. Здесь тоже все растет очень медленно. Ладно, у нас есть очень много дерева. Что, я предлагаю поставить, во-первых, поркшоп. Что это такое? Давайте поставим это вот сюда. Ой, это свинья. Обычная свинья? Да, просто свин. Он просто стоит и смотрит на меня. Привет. Доброе, что с ним делать? Я еще не знаю. Я это видел, это был капец. Ой, он по грядкам побежал. Не топчи грядки! Ты грязная добрый, свинья. Добрый, не кричи на него, добрый. Только не трогай его, только не трогай его. Так, я не знаю, я что посадил делать, новое кабан. Яйцо. Давай сделаем ему отдельный загон. Ну давай. У тебя есть дерево. А, ну да, у тебя много дерева. Так, свин, ты будешь жить вот здесь вот. А у тебя есть морковку, чтобы его загнать? У тебя же удочка есть, да? Удочка есть. А, она у меня. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, сладкий. Вот, давай, давай, давай.
Все. Добрый, как выйти? Сейчас. Ой. А, уже отлично. Все, хрен, теперь ты живешь здесь, вот. Замечательно, курица, может, будешь расти уже? Не, растет она, конечно, очень и очень долго. Я думаю, посадить дерево. О, да, это хорошая идея. О, это что? Скелетная вылупилась, отлично. Иди сюда. Так, отлично. У нас теперь есть две скелетные курицы. Это значит, у нас теперь будет больше костей. Это значит, у нас будет больше костной муки, а это значит, мы сможем больше выращивать и быстрее пшеницу, потому что капец, она как медленно растет. Замечательно. Может тогда сразу вырастить кого-нибудь? У меня есть 12 семян свёкла. А у меня 4 пшеничные. Давай попробуем. Так, курочка, иди сюда. Да господи, ну ты можешь сюда подойти? Чисто по приколу. Она что, застряла? Открой люк, пожалуйста, на вход застряла. Открыл. Так, ну что, давай курочка. Корми её. Оп. Во, отлично. Отлично, я хочу её покормить вот с этой. О, давай. Yes! Ну-ка. Что это? Что это? Не знаю, на самом. Кто это? Что это? Это этот глубинный сланец, походу. Думаешь? Да ладно. Очень полезная, надеюсь. Я думаю, это он. Сланец, конечно, добрый. Что? Так, теперь мы ее еще раз кормим. А, она больше не хочет кушать. Капец, угадал, кстати. Вот этот темный булыжник вот со светлым булыжником скрестил. Вот это я гений, конечно. Да, я думаю, еще надо попробовать скрестить с землей. Вдруг что получится. Или с песком. Да, и с песком. Да, тоже неплохо. Или с красным песком, тоже неплохо. Только капец. Нам столько ждать, сколько они будут расти, это капец. Так, я выбил еще одну косточку. Вернее, курица снесла нам еще одну косточку. Так, вот, у нас две пшенички, отлично. Одним обратно. Все, у меня 5 семян, добрый. Отлично, надо, короче, реально производить побольше костяных куриц, как и в прошлом. Да, поэтому мы сейчас ждем, когда вырастет вот эта масенькая, и мы этих куриц объединяем в другой загон, и там мы их, так сказать, доим. Собираем, иди сюда. Отлично. Супер. Так, теперь я предлагаю вот эту курочку. Вот землей, да, ты предлагал? Нет, землей наплевать. Ну, давай его с красным песком. О, реально? Отлично! Остров, кайф! Лава-остров, это ладно. Ты посмотри, какое яйцо мы выбили. Лава-курица. Это ладно, а вот лава-остров, давай. Ты подожди, лава-курица, это вообще, это, наверное, очень много чего можно сделать с ней. Ну, скорее всего, да. Поэтому мы сейчас берем, делаем полублоки из дерева. Да, я тебе сейчас скину все дерево, будешь опять строить. Так, вот оно у меня все дерево. Вот, держи целый стак. Ну, почти без 4 штук. И пошел строить. Давай. Кстати, наверное, скоро будем расширять опять загон для наших куриц, потому что их становится все больше, и они еле ходят вообще. Обязательно, кабанчик. И, в принципе, я могу тебе отдать дерево твое, и можешь заняться этим прямо сейчас. Давай. А вот у меня есть забор, кстати, можешь пока расширить. Отлично. Так, значит, ставим здесь. Вот тут. А вот здесь сломаем. Все, ребята, вы продвинулись ровно на одну клетку. Поздравляю. Вы открыли новую территорию. Теперь череп можно... Добрый, что? Кабан! Что меня убьют? Это призрак курицы! Все? Блин, у нас яйцо сломалось лавовое. Надо еще кормить. Вот так вот и... Красный песок, кому? По-моему. Красный песок, да. Хорошо, что мы запомнили. Что? А, вот все. Нормально. Надеюсь, такого больше не повторится. Капец, призрак курицы, ребят, напал. Бывает и такое. Так, ну что, ты ползешь, да? Интересно, что нас там ждет? Добрый, там какие-то существа ползают, прыгают. Это, наверное, слизни лавовые. Господи. Ну да, ты прав. Ну что, пшеничка выросла? А, нет, опять ничего не выросло. Капец. Так медленно, господи. Добрый! Да господи, ну что это такое? Кабан, скорее убивай! Успел? Да, еле успел. Он начал убивать наших куриц. Да, это охотник. Это охотник курицы, ребят, вы сейчас опять видели что-то новое, капец. Почему мы не можем просто выбить лавовое яйцо? В чем проблема? Добрый, а почему ты перестал строить лесенки? Потому что у меня закончились полублоки, мне впадло было бежать. Тоже верно. Так, а ну-ка, черт, тут походу были курицы. О, яйцо какое-то. Какое-то яйцо выбил. Не знаю, что это, но повезло. Может быть, а может и нет. Какое, во-первых, яйцо от... Блин. Тут нет никакого сундука случайно секретно. Вроде нету. На дереве тоже нету. Ну, вроде нету. Ну, вполне вероятно, что все-таки есть где-то. Как? Блин, стой. А какая вообще тебе курица выпала? А Crimson Stem Chicken. Ну, короче, вот, смотри. Я думаю, она все-таки полезная. Так это дерево. Это вот это дерево, вот это дерево, вот это дерево. Курица вот этого дерева. А какую мы тогда просрали? Какая сдохла-то? Блин, если честно, не знаю. Возможно, как раз-таки курица, которая вот зеленая должна быть. Ладно. Так и быть, посажу в ее честь вот такой вот, даже не посадить. Хотя, может, она еще и появится, кабанчик, так что ничего страшного. Хорошо. Возможно, это ее остров, и она там спокойненько спавнится. Почему ты все еще не растешь? Я не. Курица, ты можешь расти? Нет. Давай ты будешь расти. Я вот вам поставлю грибосвет еще. Вот сюда. Че, вам уютно теперь?
Отлично. Так, кабанчик, предлагаю сразу славу острова двигаться к лаки-блокам. Давай, это отличная идея. Просто воду разольем и упадем на них. Да, возьми с тобой ведро воды. Хорошо, я сейчас только посажу курицу и посмотрю за ней. Хорошо. За новенькой. Кримсон вот эта, которая. Я пока подстраиваюсь. Давай. Вижу, блоки появляются просто в небе. Все думают, это бог, а нет, это просто добрик, который не прогружается. Что-то упало вниз. Наверное, это была курица. Ну смотри, тут, кстати, заспавнились эти слизни опять. Они спрыгнули, конечно, вниз, но мне кажется, все-таки тут какая-то курица заспавнится. Очень на это надеюсь. Так, вы опять не растете, да, я вижу. Ты-то будешь вылупляться, нет? Давай вылупляйся. Добрый, еще ведро с водой я уже взял. Я жду курицу. Вдруг там будет зомби, и мне надо будет спасти наш огород. Давай. Эх, ожидаем. Пришествие новой куры. Опа, 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 тут курица бегает. Какая? Какая это? Какая-то, не знаю, у тебя она маленькая, у тебя есть семечки, надо вырастить ее быстренько поймать. У меня нет семечек. Новая курица. Все. Я ее загнал. Бегу. Беру семечку. Какую? Вот эту. Бегу. Сейчас. Бегу. Давай. Быстрей. Как мы ее вообще проведем по мосту? Ты че? Надо ее вырастить. Есть семечки. Одна только. Я не буду сейчас весь огород ломать. О, пойдем. Сейчас не, мы ее сейчас не проведем. Мы не проведем, но шанс в кабан. Ну, пусть она просто тут бегает и вырастет. Давай я ее закрою забором. Давай. У меня забор закончился. Хорошо. Так, оп. Надеюсь, не выберется. Все, не должна. Так, ты в тюрьме. Потом за ней вернемся. Все, она тут вырастет по-любому. Так, и у нас там новая курица. У нас уже там 3 малыша, либо вообще 4. Посажу обратно пшеницу. Зря ломал. Ну что, косточки есть, нет? Добрый, зато у нас есть чернокамень. Ну это очень хорошо. Мы еще, кстати, новых давно не создавали. Возможно, сейчас придется создавать кучу. Но надо подождать, пока вырастет пшеница. Поэтому пойдем пока это сделаем, может быть, все-таки... Блоки, может? Добрый, тут пшеница. Чего? Чего там? Я успел это увидеть. Ребята, вы видели? Что там было? Вот эта курица выстрела яйцо. Что? Углевой курицы. Реально? Я не знаю. Да ладно. Углевой. Ребят, у нас теперь есть уголь. Я успел это заснять, я успел на это посмотреть. Потому что, ну, просто непонятно было бы, откуда взялось это яйцо. Точно, кабанчик, я вспомнил. Эта курица высирает рандомные яйца. Какая? Вот это? Вот это, или да. Вот это? Не-не, вот это, да, она специально, она высирает рандомные яйца, ее надо по-любому беречь очень сильно. Хорошо, надеюсь, она не умрет. Я надеюсь, вот отсюда сейчас... Какой, где? Зомби, спать, ложимся. Они уже падают. Так, давай тогда быстро спим, и нам надо следить за этой курицей, которая сейчас у нас находится в инкубаторе, потому что вдруг сейчас там будут криперы, и все. И пук, и на этом летсплей заканчивается. Так что сейчас, вот она точно сейчас вылупляется, и мы точно идем к лаки-блокам. Давай. Добрый, там булыжник. Добрый! Чё? Добрый, посмотри на мост каменный, на мост! Чё там? Там курица! Просто стоит курица! Да, вот стоит. Какая? Другая, красная. Ой, это не красная. Короче, возьми её. Добрый! Две курицы просто падают вниз! Ой, что это? Чё там? Чё случилось? Fire Chicken появилась. Огненная вместо углевой. Да все выжили. Тут, короче, вообще жесть. Короче, у нас не будет углевой, потому что она просто превратилась в огненную. Я смотрел туда, там две курицы падло. Вон еще бегает курица какая-то. Большая. Черт, ладно, пойду ее сейчас схвачу. Пойдем, быстрее. Возможно, это углевая. Она черная. Нет, это не углевая. А, так такие у нас уже есть. Ну, можно собрать тоже. Давай, хватай быстрее. У нас на Заритово есть красная вот такая? Вот такой нету. Вот такая, по-моему, есть. Это чернит вот это. Вот возьми вот эту. Чернокамень? Вот это чернокамень? Ну, скорее всего, да. Капец. Блин, мы просрали углевую. Возможно, с ней можно было такие вообще вещи замутить. Ты тут курицу взял вообще с моста? Да. Так, давай тогда ее ставь. Это получается другая. У нас получается есть вот эта, которая высирает рандомные яйца. И получается вот такая. Что она делает, мы вообще знаем, нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Так, ставлю еще назаритовую. Это назаритовая? Назаряковая. Да, вот. И нам очень сильно нужны косточки. Ты почему все еще не растешь? Добрый, это беда. Нам надо ковер шерстяной сделать. Ну, в принципе, да, возможно. Потому что люки что-то не очень, они застрют в них. Во, все, бегайте. Так, добрый, смотри, у нас выросла одна пшеничка. А ну-ка. У нас есть 2 семечка, мы не можем сейчас ошибиться. Мы можем попробовать еще раз сделать лавовую. Либо попробуй скрестить вот этих вот непонятных куриц, которые морячки. Кстати, ты думаешь, они вообще скрещиваются? Оу. А помнишь, у нас какие-то проблемы, по-моему, были с лавовой курицей, потому что она, по-моему, высыхала или сгорала, или что-то еще с ней такое было. Я не помню, если честно. Ну ладно, давай тогда сделаем какую-нибудь другую. Или лавовую. Любую, в принципе.
хорошо, давай я дам вот этой вот, и по приколу я дам вот этой. Я ошибся? Нет. Я не ошибся. Я не ошибся. Углевая! Чё, в смысле? Вот просто поднял углевую. Подожди, у них было не, что-то? Не, я не, не понимаю. Не. Это, походу, это опять выстрела. Да у меня углевая. Ну, они видишь, так видишь, они ничего с ним не произошло. Они друг к другу не идут. Это а выстрел, кто мне углевую выстрела дал? Опять. Так это выстрел опять, углевая? Это. О, смотри. Она только углевую... Еще а что нет, ли? Это, о, костная мука. Это... Иди-ка, посади, да, хорош. Ладно, что, мы ждем опять углевую и идем за лаки-блоками уже точно, да? Ну да, давай. Так а что, получается, это только углем срет, что ли, или что? Я что-то не понимаю. Я не знаю. Давай. Иди на свет. Что ты так тупо смотришь на меня? Иди сюда. Иди на свет. Добрый, помоги. Я не знаю, как помочь. Смотри, я сейчас всех держу, ломай забор. Ломай забор и ставь. Так, сейчас. Потолкни ее в попу. Потолкни ее. Курочка, да. давай немножко это... Шевелим задом, отлично, фух. Все отлично. Так. Теперь у нас есть уголь, ребята, отлично. Да, главное, чтобы он теперь вырос. И у нас будет реально уголь. Все, погнали за лаки-блоками, наконец-то пришло их время. Там как раз какие-то новые курицы ходят, ну, наверное, это те же самые. Ну да, это же их остров. Наверное, тут будут новые. Да, все, они же. Добрый, я разлил водичку. Хорош. Так, давай по одному. Хорошо. Как думаешь, сейчас будет что-то полезненькое? Надеюсь. Ой. Давай, удачи. О, красава. Я успел скинуть. Ребята, жесткий. Опа. Что это? Что такое? Не знаю, яичница какая-то. Это новый тотем, его даже не сломать. Хорошо, ломаем этот лаки-блок. Что там было? Золото, что-то еще, редстоун там. Блин. Капец. Я не успел поднять, я падал, но они падали быстрее меня. Добрый, капец, тут курица развелась. Так, бегу. Так, давай кабанчик, остался последний лаки-блок. Я ломаю. Давай, добрый. Ну давай же. Ломаю! Ну чего ты, давай! Да, но он не ломается сейчас, ломаю, почти сломался. Давай! А, верстак! Давай еще. Это быстро сломается, давай. Верстак? Дождь? Да, ну что это за говно, господи? Это самые худшие лаки-блоки в мире, я не знаю, вообще хуже, может быть что-то, ничего полезного абсолютно. А все, что было полезно, просто упало вниз. Привет, курица. Ты что, упал? Да. О, у нас тут курицы сбежали. Какие? Это наши? А как? Я не знаю. Подожди, Dirt Chicken Collect, у нас такой даже нет. О, ничего себе, кайф. У нас курицы спавнили, что ли? Я не знаю, но такой у нас точно нет. Это именно грязь. Это не просто вот эта вот с шапочкой зеленой. Это именно грязь. Откуда она опять взялась? Грязевой не было, это грязь. Это без шапочки травяной. Отлично, кабанчик. Мы же сейчас к ней подошли, нам ее в коллекцию дали. То есть у нас ее не было. Откуда она вообще взялась? Я не знаю, возможно... Костяные выросли. Нам надо загон делать для них. Давай. Так. Сейчас. Их надо на земле, да, чтобы они по земле бегали? Если честно, не знаю. Вот я тоже, поэтому ладно, давай по доскам будут бегать. У тебя есть забор? Нет. Есть дерево. Сделай уже забор. А, не надо. Мне идеально хватило. Все, можешь сюда их засовывать. Так. Бери костяных, засовывай. Добрый, походу, надо спать скоро. Уже ночь. Их нужно скрестить. Нужно обязательно их скрестить. Так, капец. Я сейчас скрещаю. Все, отлично. И на этом ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите ваши молитвы. Что? Пишите ваши молитвы. В следующем ролике у нас будет много костных куриц. Всем пока. Всем пока.